Причем Форд, его продали, видать. И сейчас тут, я думаю, многоэтажки будут строить. Вот так. Это река У. Ну да. Вот она как. Слава Христу. А это мост почти километровый. Как они его сварили, слепили, а потом протаскивали, все пишут. Какие были тут домкраты. И как чуть-чуть 2700 тонн железа не оказались в воде. Помоги, Господи, здесь это нависло, можно упасть. Угу. Понятно, где мы находимся. Вот еще не вскрылось. А это вот Ивановский тещи, кажется, храм. Я сюда хожу. Мне ходить надо больше. Ты не знаешь, кому где-нибудь другие говорят, не надо ходить. 8 марта 2023 года, вторник. Вот на большом мосту. Это там храм Яна Пресечи. Это огромная такая надпись, Барнаула. И тут вот так поднимаешься этими этажами. Это вот рядом. А это вот как по три быка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот они такие. И внизу, вот как они обложены. Там для железа все. Прекрасный мост. Просто прекрасный. Отсюда. Это люди идут, тут фонари горят. Это вот лопь. Еще не разлилась. Ну, уже вот-вот лопнет все. А там в конце машины заходят, ребятка. Я прочитал про этот мост, и как у них авария тут была. И я, говорит, 1000 с чем-то тонн не оказались под водой. А вот какие, на чем держится это все. Вот они, это огромные такие тавры. Соединены были на этой стороне, ровно лежали, и теперь тянули, и тянули, и тянули тебя. Почти километр, 900 с лишним метров. Вот как Господь делает. Это по ступенькам прошел туда, маленько вернулся. А это вот с этой стороны, как идешь из города. Вот сколько переходов, поворотов. И вот они как идут на тот берег. Вот какие быки, по три быка. А сколько здесь, которые прямо в воде стоят? Вот это первый, другой уже там на земле уже опирается. Второй, третий, четвертый, пятый. Пятый, шестой, а там седьмой уже на суше. Вот. Камни лишь набросали, чтобы не размыло. Шестирядное движение, три в одном направлении, три в другом. Мастера. Вот здесь видно, что камни ожидают, как поднимется вода. А вода поднимется, когда вот пойдет больше-то. Заботятся, все. Красивый город Барнаул. Мне пришлось по всем городам Европы ездить.
захватить Турцию, Скандинавию, Прибалтику, где развозили, дарили наши книги. 38 томов книг и журналы церковные. Тут я проехал до Владивостока, порт Находка. Конечно, подробности не знаешь, тут живу. Каждый кулик, говорит, хвалит свое болото. Ну, действительно красивый город. Вот они. Вон там, видно, дед с внуком зашли туда, показать ему. Правильно делают. Вон машины бегут и бегут. Ну, сегодня такой день. Не очень уже загрузка. Вот она, почти километр. Я тут все уже не один раз хожу, как в свободное время, так сюда иду. А время 11 час только, я успею к 12 на молитву. Роуэн канал. Грибной. Нулевой километр. Километр zero. Английский все везде. Информация для пассажиров. Да. Прекрасный город. А когда человек верующий, он Бога за все прославляет. Богу это угодно. Слава Богу. Вот тут выщербина, вода, видно, вывела. Вот так вот, верхняя часть. А вот это вот бригантина, или как называется. Дома большие, такое название. Вот так. А это не крыша, ничего, просто так. Для чего это, неизвестно. Маленько закрывает, может быть. Где вот строительство будет больших домов, очевидно. И там внутри машины глубокая. Вот как арматуру выставляют, чтобы берег не обрушивался. Специалисты. Вот как люди делают. Вот эти на двух колесах продают. Милости Божьи. Вот монастырский. Считается это монастырь. Знаменский это город Барнаул. А вот там, наверху, там кладбище было. Какую-то защиту раньше делали. Кладбище. А потом ВДНХ было. Выставка движения народного хозяйства. И сейчас там храм. Кажется, я на Притечу. Вот это я сегодня пошел снова сюда. Ну, ходить надо ногам-то. Вот у меня асфальт разбомбили, туда надо что-то поставить. Зарабатывать люди на хлеб себе. Богатый город. Богатая метрополия. Все богатство. Сибирь. Вот Алтайский край, жительство Сибири. Вот как называется. До горизонта поля. Пшеница, рожь, ячмень, подсолнечник, свекла, лен, гречка. Тут не перечислить, что только есть.
и погода все позволяет это. Вот теперь я поворачиваюсь. Это уже машины идут в городе. А вот я иду с этого, с моста. Вот он мост. И там вот какие надписи о победе, в каком году и какой город освободили, столичные города в основном. Умно все продумано. Я много, говорю, ездил везде, но, конечно, родина – это родина. Я алтайский, тут и родился на Алтае, но все равно есть чем сравнивать. Очень богатый город. Город-то небольшой, так сказать, 621 тысяча вроде бы. А машин тут в десятку самых оснащенных машинами, вроде государственных, так я где-то прочитал. Вот это здесь перед входом моста Барнаулки. Вот такие надписи здесь.